Всем привет! Добрый день, планета! С вами Лето из Кипева. Кофе с сухим молоком и конфетами. Я сладкоежка. И конфеты люблю, в отличие от большинства людей, не шоколадные, а просто сахар. Шугар кани. Просто леденцы. Знаю, вредно. Но есть такой способ самообмана. Я сама себе рассказываю. Я же кофе пью без сахара. Да я знаю, почему у меня лишний вес. Потому что конфеты. Потому что круассаны. Потому что живу, когда не хочется. Странно, ведь ты порой осознаешь, что если тебе не хочется доедать приготовленные вчера макароны по-флотски, то ты точно не голодный. Если ты вместо приготовленных вчера макарон по-флотски ешь круассан или леденцы, то это же 100%. Так, сейчас. То это же 100% говорит о том, что ты переедаешь, ты ешь на сытый желудок. Я себе в 100 015 раз говорю, что я больше так не буду делать. Я вот сейчас еще одну конфетку съем и на этом закончу. Я только что на этом балконе записала видео для своего второго канала. Потом прослушала и поняла, что звук там очень-очень тихий. Это еще что у нас такое? Обычно у меня этот балкон очень тихий. Но вот здесь, вот тут за деревьями, проходит дорога, она тупиковая, она упирается в наш отель и здесь заканчивается. Поэтому в этом тупике, но кто-то из соседей купил себе крутой мотоцикл и теперь очень радуется. Петарды взрывают, ребятишки орут. Что-то мне подсказывает, что праздники Ганеши уже должны были начаться, надо пойти в интернет и посмотреть. Почему и зачем делаю это видео? Ну, раз уж записала видео на этом балконе на английском для второго канала, то решила записать и сюда. А то я подозреваю, что у меня может сработать такая вещь, что если я буду записывать видео для второго канала, то у меня не будут доходить руки для записывания видео на этот канал. Хотя посмотрим. Когда начала на английском говорить на камеру, поняла, что это очень сложно. Оказывается, разговаривать в диалоге, когда ты обращаешься к человеку в магазине или просто вот с кем-то на улице начинаешь разговаривать, кто из соседей спрашивает «Привет, как дела?» Это одно. А когда ты на камеру хочешь сказать какие-то мысли на английском, во-первых, мысли все тебя покидают, а во-вторых, из английского остается... Выясняется, что словарный запас просто очень маленький. И построение предложения очень примитивное. Но зато это стимул, зато я как бы чувствую, что мне его не хватает. Я чувствую, что мне хочется владеть им свободно, мне хочется разговаривать на английском так же свободно, как я разговариваю с вами. Это подстегнет. Я думаю, я надеюсь, но это не точно. Вот. Так что, всем пока.
Еще увидимся. Просто не знаю, что больше сказать. Что-нибудь еще будет, что-нибудь еще поснимаю. Пока-пока-пока.